Уборка по плану. Вывоз снега в Сургуте идет по установленному регламенту. Он прописан в правилах благоустройства. Если речь идет о придомовой территории, то не реже одного раза в месяц снег должен убираться и производиться очистка территории. Техники и кадров на уборку дорог общего пользования хватает. Ежедневно на работу выходит от 80 до 120 машин в зависимости от обильности осадков. Если же был сильный снегопад, то территорию должны очистить в течение недели. Если мы говорим с вами о очистке придомовой территории, то обращаться надо в управляющую компанию. Если есть проблемы по дорогам общего пользования, есть служба ЕДДС 112, можно обратиться, сделать заявку.